никто не сказал, что ты не так. Все любят так, но не жалит. Присядьте, детки, присядьте на места. Спою вам песню я. Хочешь, чтоб я тебе песню спел? Разыграйтесь, о метели, гните сниже сосны ели. Все, что есть в моем лесу, все засыплю да занесу. С Новым годом! Спасибо. С Новым годом! Спасибо, дедушка! Как, друзья мои, я рад, что на празднике на нашем повстречал опять ребят. Снова пахнет свежей смолкой. Значит, будем мы опять в этом доме возле елки вместе петь и танцевать. Становитесь-ка, ребята, в наш веселый хоровод. Песней, пляской и весельем вместе встретим Новый год. Дедушка, может, может песенку включить? Конечно, давай. Споем, станцуем вместе, девочка. Как тебя зовут? Лиза. Лиза. Какая красивая, нарядная внученька у меня. Давай, потанцуем. А папу? И этого внучка тоже позовем. Кружатся с утра. Какая красивая. Сугробы посреди двора. Стала от снежинок, улица светлее. Только одеваться нужно потеплее. Потеплее. Шире круг! Скоро будем маму снежную лепить. Если на прогулке снег мы упадем, встанем, отряхнемся и опять пойдем. Привезут из леса елку в детский сад. Дед Мороз поставит праздником. О, не привык я жить, жарко стало мне, не привык я жить в тепле. Присяду, жарко мне, присяду вот здесь. О, послушаю, ты, может быть, ты мне какое-то стихотворение расскажешь? Да, я знаю. Присаживайся. Два. Два стихотворения? Никогда такого не видел. Кот пошел за молоком, а котята кувырком. Кот пришел без молока, а котята ха-ха-ха. А другое? Это только эти я знаю. Вот это два стихотворения было. Очень хорошие стихи. Очень хорошие стихи. А почему елочка не горит? Почему? Давай я сейчас скажу заклинание, и елочка загорит. Ты готова? Давай, только надо громко говорить, иначе с первого раза не получится. Раз, два, три, помоги мне. Два, три, елочка, зажгись. Не зажглась, конечно, тихо сказали. Раз, громче будем говорить. Давай вот этот внучок пусть нам помогает. Раз, два, три, елочка, гори. Вот зажглась. Со второго раза, а не с третьего. Я-то думал, с третьего зажгется. Надо будет громче. Ну, молодцы. Может, еще в игру какую-то поиграем? В какую? Есть еще... Давай, я выйду. Выйду. У меня зубастик есть. Зубастик? Да. Ему нужно прицеплять зубы. Ой, я варежку потерял.
передайте мне ее сюда, пожалуйста. А, да, надо было не передавать, а поиграть ею. Но ничего. Какие еще у нас игры есть? Сейчас я вспомню, родной, ты не помнишь каких-нибудь игр? А что у тебя в мешке, дедушка? В мешочке у меня подарки. Ждешь подарков? Я хочу сундучок с цветами. А ты себя хорошо в этом году вела? Тогда придется мне сундучок посмотреть у себя. Ты видишь, сколько я детям подарков принес? Давай посмотрим. Ого! Тугой мешок. Не развязать! Давай я заклинание скажу. Снег, снег, снег! Лед, лед, лед! Чудеса на Новый год! А! И развязался мешочек. Давай тебе первый подарок вытяну, который наверху Дедушка есть. Дедушка Мороз, тут у вас что-то такое тут... Вот первый подарок! Шуршит. Посмотри, пожалуйста, тот ли, который ты загадывал? Это же тебе... А вот... Что? Это же письмо, которое тебе Лиза отправляла. Да, нашел в мешочке. Ты его получил? Да. Дедушке Морозу. Прочитаю его, да, сейчас? Открывай. Давай. Как у вас тепло дома. Тепло, дедушке. Точно ты написала мне письмо. Внученька, открой, пожалуйста, что я не... старенький уже. Дедушка, конечно. Привет. Я старенький стал, не вижу. Прочитай, внученька. Дедушка, вот тебе Лизонька написала. Привет. Цветочек мой, мы растем вместе с тобой. У меня леденец подарил. Нравится? Угу. Посмотри еще. Ты то, что ты хотела, посмотри. То, что Дедушка Мороз правильно... Точно, я не ошибся? Или мне забрать подарок и уйти обратно в лес? Мне нравится, но не то. Мне нравится, но не тот. Кстати, мне тетя подарил такой. Тетя, да? Тоже такой же? Да. Интересно. Что еще тебе? Это цветочек. Да, туда положил его. Своими собственными руками. Это не то, что ты хотела? Мне то, но мне нравится. Ты какого совёнка. А можно я посмотрю? Может, уже отпустим Дедушку Мороза? Ему жарко, Лизонь. А мы... Нет, я хочу досмотреть. Олени, наверное, ждут. Олени там ждут, наверное, пить. Или ты на чем, дедушка? Ну что ж, пора наш праздник заканчивать. Пора мне уходить. В свой лес. Угу. Там метель. Там меня олени ждут. Отпускаешь меня? Угу. Встретимся с тобой. Угу. Ровно через год. Помнишь? Угу. Напиши мне письмо. Угу. А это я заберу с собой письмо. Ладно от тебя? Пока, девочка Лиза. Пока. Ухожу я. Забираю с собой мешочек. Ага. Что же, Лизонька? Это мне подарок дедушке. Спасибо. Спасибо. А это Снегурочка. Это оленя. Уложу я в свой мешок. Это оленям. Это оленям, да, даешь? Спасибо тебе. И ты меня подарками одарила, внученька. Пока, внученька, пока, внученька!
А фотографироваться будем или не надо? Давайте. А как? А чтоб все вместе можно, да? Да, я вижу, у вас стоит специальная штука. Ну-ка, внучок, установи-ка. А может, свет включить или так будет? Включай, я света не боюсь. Не боишься, дедушка? Я только тепла боюсь. Ой, дедушка, тебе жарко, наверное.